Бог дает нам травы на поправку. Напитал здоровьем корень, стебли. Неразумным может стать отравой. За грехи глаза таких померкли. Слово Божие живое и гербарий. Столько в нем живительных цветов. Молодыми делает из старых, воскрешает явных мертвецов. Врач-священник нам приносит веник, непонятно от каких болезней. Жжет, крапит, за запись просит денег сопоршивших, чесоточных, облезлых. Пусть даже не умело, но и я займусь сбором трав весною, ранее летом. Почему же не лечилась Русь на пустыре псалтырию от поэта? Горные отроги у пророков, у апостолов просторы и вершины. Всюду нам лекарство от пороков, если даже взять по порошинке. Целые аптеки Моисея от гангрены и проказы лютой. На весь мир апостол Павел сеял нужное на каждую минуту. Только не лезь с умом пройтись по урочищам пророчеству Исаии. Соломонова бретешь нарцисс, те лекарства просятся к нам сами. К фармацевтам я с вопросом ложкой, за лекарством от грехов болезней. То, что нам апостолы положат, ничего нет лучше и полезней. Застарелые болезни наших ног лечатся ходьбою с благовестием. Запасай другим лекарством впрок. Не сиди, как монастырь, на месте. 20 июля 2004 года.